памяти и считала себя самой счастливой женщиной на свете в тот день, когда он сделал ей предложение руки и сердца. Но, став его женой, она с ужасом для себя обнаружила, что ее супруг равнодушен к женщинам, и его главная страсть в жизни – это мужчины. Он сделал исключение лишь дважды, и то для того, чтобы зачать ребенка. Меня использовали как контейнер для того, чтобы выносить малыша, утверждает наша первая героиня Марина Гончарова, и сегодня она появится в этой студии в прямом эфире. Встречаем. Добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, Марина, почему вы так уверены, что вас использовали вот именно как контейнер? Вот потому что мой муж оказался геем. Почему, собственно говоря, я сделала такие выводы? То есть его абсолютно не интересовало женское тело. Он называл меня мерзительной, он меня отталкивал, сталкивал с кровати. То есть если мы смотрели вместе какой-то, скажем, фильм эротический, он вставал, уходил. Он предпочитал смотреть ужасы, мультфильмы, все что угодно. Скажите, а как вам удалось пожениться вот с таким монстром? Я любила человека без памяти. В итоге оказалось, что я была, собственно, нужна только для того, чтобы выносить ребенка, родить. И, собственно говоря, 9 месяцев я его уже не вижу, меня его лишили. Ну, а период ухаживания был какой-то все-таки? Конфетный, поцелуи? Ничего абсолютно не было. А, то есть все началось после... Вы думали, что интимная жизнь начнется после свадьбы? Естественно. Угу. И как все открылось? Вы застали его с кем-то или как? Нет, собственно говоря, я его не застала. Ну, вы поймите, когда мужчина сидит посередине комнаты, плачет, называет какого-то Алексея, меня сталкивает с кровати. Говорит, что ты омерзительна, ты неприятна, ты вообще на женщину не похожа, твое тело вызывает отвращение. То есть и подруги меня институтские тоже предупреждали. Марина, что ты делаешь? Ты посмотри. Мама, мало того, что это маменькин сынок, мало того, что это нюня, так он еще и гей. То есть о его связях знали даже у нас в университете. Я лично, когда работала вместе с ним на его предыдущей работе, я видела, какими глазами он смотрит на своего начальника. И он, опять же, с его признания, что у него были контакты с мужчинами. Но как вы решились выйти замуж за мужчину, который, ну, скажем так, как вы предполагали, не интересуется женщиной? Я просто его любила безумно. Любила настолько, что я закрывала глаза на все. Я любила человека, мне был нужен человек, я хотела создать семью. Я, как любая другая женщина, думала, что все наладится. В итоге все наладится, что все будет хорошо, у нас будет дружная семья, у нас будет много детей. Собственно говоря, ну, что... На фотографии все выглядит очень романтично, все так красиво, просто как в голливудской истории, если бы не считать «Русскую березу» рядом. Ну, посмотрите. Ну, это естественно. Хочу представить вам гостей сегодня в нашей студии. Они здесь в прямом эфире, готовы обсудить наши истории. Телеведущая Арина Шарапова. Добрый вечер. Впервые у нас в гостях на красном диване женсовет сериала «Не родись красивой». Ваши аплодисменты актрисам театра и кино Ирины Сиротинской и Натальи Рыжих. Добрый вечер, девушки. Депутат Мосгордумы Андрей Ковалев. Руководитель кризисного центра «Анна», психолог Марина Писклакова. Журналист Атар Кушанашвили и депутат Государственной Думы Геннадий Гудков. Арина, как вы считаете, можно вот так поверить, что женщина вот бросается к мужчине, забывая про все, лишь бы вот быть с ним рядом? Конечно, можно. Тем более, я так понимаю, сколько вам было лет, когда это все началось? Когда я вышла замуж? Да. Мне было 22 года. Ну, в общем, человек, который не сильно знал жизнь, правда, и она полюбила человека, мужчину, и поверила в то, что он мужчина. Поэтому я верю в то, что она говорит правду. Ира, Наташа, а вы верите? Да, конечно. Угу. Я не верю. Почему? Ну, потому что вы спросили о том, был ли конфетно... Букетный. Букетный период, если его не было... Но мне кажется, что как можно вот совсем себя, наверное, не уважать, чтобы пойти выйти замуж за человека, который даже ну, не ухаживал, не дарил цветов, не было каких-то романтических встреч. Я не знаю, мне очень сложно представить, как можно выйти замуж за такого человека. Просто обычная любовь. Вот на самом деле обычная любовь. Любовь — это страшная сила, ведь бывает все. Ведь бывает все, ты забываешь обо всем. Предложение кто кому сделал? Предложение сделал мне. Он. Да. Он сделал предложение. Ну, рассказ Марины, может быть, некоторым даже трудно поверить, но сейчас в студии появится свекровь, которая утверждает, что все, что говорит Марина, это сплошная ложь. Итак, ее свекровь Елена Петровна Гончарова присоединяется к разговору.
Елена Петровна, ну вы слышали обвинение в адрес вашего сына? Да. Что вы скажете, кто он? Нормальный, здоровый мужик. И, вы знаете, нужно иметь чувство собственного достоинства, чтобы обвинять мужчину, с которым, извините за пикантную подробность, ты спал не одну ночь, от которого имеешь ребенка, и вымещать свои обиды, свою ненависть таким грязным образом. А вы его знали, вы с ним спали, вы слышали, что он мне говорил? Я мать, и я не могу спать со своим ребенком. А почему вы делаете такие выводы? Вы признайтесь, вам просто стыдно это сделать. Мне абсолютно не стыдно. Более того, я горжусь своим ребенком, что на сегодняшний день он стал замечательным отцом, который воспитывает один, без тебя уже 8 месяцев, ребенка. Потому что вы меня его лишили. Отец, который душил ребенка подушкой, избивал его. Замечательный отец. Значит, Марина, это все эмоции. Дай мне факты, пожалуйста, предоставь. А на сегодняшний день факты говорят о том, что он был вынужден обратиться к психологу. И у нас есть документы о том, что он нормальной сексуальной ориентации. И даже если бы он был геем, это мой сын. Я его люблю, я его уважаю. Молодец.